Здравствуйте, друзья! Продолжается апрель, продолжается космическая тема и мое стихотворение, посвященное этой тематике. Называется «Неизвестная планета 2020». Земля вращается, и Солнце, и планетарный круг – спираль. А мы живем. Что нам мешает построить на Земле свой рай? Коронавирус нам помеха. А может, мы совсем глухи? Планета просит нас помочь ей в просторах Млечного Пути. И пусть Вселенная гордится, а человечество найдет в себе те силы, крылья, которыми нас одарил сам Бог. Мы каждый день врастаем в утро. В глазах у нас сияет свет. Любовь, что может быть сильнее? Я жду ваш искренний ответ.